которая связана с госмашиной. Это же очень интересная тема. Как разделить, как это понять, как отличить одно от другого. Да отличная идея, я думаю, нам уже подумать. Спасла, видишь, так тактично. Отлично, у вас прекрасная идея. Я задаю жесткие вопросы, но я поддерживаю то, что вы делаете. И совершенно не поддерживаю то мракобесие, которое происходит вокруг вас. И в этом смысле просто можно, да, вот повторю, что я бы мечтала включить телевизор во время Олимпиады и увидеть там, что вы там что-то сделали такое, что придало этому совершенно другой смысл для меня, лично для меня. Это было бы гораздо важнее, чем узнать, что вы провели совещание с правоохранителями по там тюрьме вот такой-то и там к чему-то пришли, написали заявление. То есть это тоже очень важная деятельность. Но вот лично мне, если бы я включила телевизор и увидела, что вы там, не знаю, обкидали помидорами какого-нибудь там, не знаю, выплывающего Лепса с песней на открытии. Вот я в этот момент прям чувствовала бы, что вы прям круче всех на свете. Вот так. Мы хотим обкидать помидорами всем, вот очень сильно. Дело в том, что это то же самое оскорбление святынь, потому что Лепс для россиян это такая святыня. И Олимпиада, может быть, это вот здесь, вот в этой маленькой квартирке, в нашем местном кругу, кажется, что Олимпиада — это то, что люди не поддерживают. На самом деле люди хотят Олимпиады, они же какого-то безумного биатлона. Вы же ее бойкотируете, вы же сказали о своем бойкоте. А вот почему, кстати, вот смотрите, Ходорковский, он против бойкота. Вот Ходорковский, он против бойкота Олимпиады. А почему? Потому что мы за внешнеполитическую коррекцию ситуации в России. Я просто считаю, что как раз это такое, столько было трудов в эту Олимпиаду, что я считаю абсолютно аморально в бедной стране нищей тратить такие деньги. Я согласен. На вот это вот, на свое тщеславие. Это ничего, кроме как тщеславие первого лица государства, на мой взгляд. Поэтому вот я говорю, может быть, это мои личные какие-то фрустрации, но я вот бы хотела увидеть там, не знаю. Просто это я провал. Не провал, а какой-то, там, не знаю, не обязательно на стадии. Нет, вы тоже нас не будете отправлять, мы немножечко решимся сами. Извините, если были жесткие вопросы, но... Ну, это же прикольно.